Ваня. Доброго дня. Тесто. Ты не делай вот этих вот штук, Ваня. Вот эти штук зачем ты делаешь? Они нам не нужны. Угу. Да все, хватит, еще один раз. Тебе нужно было, если ты поднял, не, вот, да, перекинуть его в противоположную сторону. Ну давай, дотягивай, прижми и дотяни. Да? Да. Ваня. Все, Маш. Так, сейчас маслом я мажу. Ставь пасочку. Ну, хватит. Так, сейчас я сахаром буду. Угу. Посыпай. Корицы у нас нету, поэтому мы в масло добавили миндаль. Ну, я, чтобы оно по краешкам было и в центре. Ну, оно должно быть равномерно, да. Ну, я все закончила. Хорошо. Убирай и скручивай. А эти краешки залепливай, да. Вот прилепить. Дальше вот эти краешки нужно слепить, чтобы потом его разрезать. Немножко нужно прижать. Ну, можно не прижимать, а просто прижимать более лучше, когда поверхность у него увеличивается. Разворачивай в другую сторону, ты же будешь да, в я другую буду сторону так резать. И дальше вот так вот разрывать его. Да, выкладывай на противень. Угу. А, у нас даже 9 штук получится. Не знаю, нужны ли 9 штук. На противне 9 штук получится. Да, 9 штук получится. Все, молодец.